Ради Кубка мира? Ради Кубка мира. Его преследуют, за него играют, им живут. Кубок мира – мечта футболистов и всех болельщиков. Если у первых не получается его выиграть, то он сам едет ко вторым. 2-1! Без слов, момент истины и с телефонами в руках. Так встречали Кубок мира в Самаре. Он тот еще турист. Уже посетил 50 стран на 6 континентах. Сегодня в Казани за секунды до представления все болельщики тоже схватились за гаджеты и начали отчет. 3, 2, 1! Ну и теперь мы каждый можем увидеть тот самый Кубок чемпионата мира. Чуть больше 6 килограммов чистого золота. Две человеческие фигуры держат планету Земля. Это оригинал. Дотрагиваться до главной футбольной реликвии могут только победители чемпионата мира и главы государств. Мы очень рады, что увидели такое событие в городе Казани. Все прям с утра приехали, чтобы увидеть. Дети ждали. Можно по интернету, а тут можно его увидеть по-настоящему. И как тебе настоящий кубок? Он гораздо больше. Эмоции колоссальные. Рада. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России – это долгожданное историческое событие для нашей страны. Сегодня Кубок чемпионата мира, посетивший 50 стран, впервые в столице Татарстана. И Кубок в Казань приехал не с пустыми руками. Сегодня стало известно, что в столице откроется инклюзивный плей-парк. Он появится в рамках наследия чемпионата мира по футболу. Такие инклюзивные плей-парки дают возможность включиться в игру всем атлетам, в том числе со специальными потребностями здоровья. Работы по строительству парка начнутся в конце этого, либо в начале следующего года. В целом процентов на 95-97 сегодня Казань готова к принятию титульного события этого года. Только президент FIFA и чемпион мира может притронуться к этому кубку. Горожанам и гостям столицы республики расстраиваться не стоит. Кубок мира здесь задержится на 3 дня. 18-19 мая он будет выставлен на площади Тысячелетия, где каждый желающий с ним сможет сфотографироваться. И кто знает, может, через 2 месяца эти ребята выиграют Кубок мира, и он снова приедет в Казань. Слават Махмадуллин, Шахмухаметов, ТНВ, Казань.